В Ульяновске почтили память великого русского писателя Ивана Александровича Гончарова. Почитатели творчества литератора собрались вместе в торжественном зале именного музея, чтобы вспомнить наследие выдающегося сибирянина. Для гостей исполнили спектакль «Поясница» по мотивам романа «Обыкновенная история». «Обыкновенная история» — роман, который был выпущен, роман, который появился в 1847 году в журнале «Современник», сразу перевел Гончарова в ряды первых русских литераторов и принес Гончарову всероссийскую известность. Как раз в этом романе сталкиваются два взгляда на русскую действительность – идеализм и рационализм в образе двух главных героев романа – Петра и Александра Адуева. И вот сегодня молодые актеры покажут это столкновение двух взглядов. В роли молодых героев истории – актеры студии «Драм» под руководством Ярослава Щедрова. Постановка переносит зрителей в мир юного провинциала Александра Адуева, чья романтическая душа жаждет приключений, и молодой человек отправляется покорять столицу. Спектакль показывает историю взросления и утрату юношеских иллюзий. В постановке отражены важные вопросы молодежи, как они справляются с вызовами и трудностями, и какие ценности помогают им сохранить свой путь в этом мире. Главный акцент – человек, молодой человек, неподготовленный человек в большом городе. Что большой город с ним делает? Сломается молодой человек, не сломается. Или сломается в глазах других, но не сломается для себя. Вот это предмет нашего исследования главный. За свою жизнь Иван Гончаров написал более 50 произведений. Самыми известными среди них стали «Обрыв», «Обломов» и «Фрегат Паллада». Спектакли по его романам ставят во многих театрах страны. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.